В завершении поистине удивительные кадры удалось заснять очевидцам, проезжающим сегодня по Вилижанскому тракту. Вдоль дороги стоял краснокнижный розовый фламинго. Птица для наших мест крайне редкая. Глядя на фото, у многих появился вопрос и сомнение, действительно ли фламинго настоящий. Но на этих кадрах видно, что птица прогуливается по дороге, а потом взлетает. Вообще эти птицы живут вблизи соленых водоемов Африки, Южной Европы и Юго-Западной Азии. Ближе всего к нам колонии фламинго в Казахстане на озере Тенгиз. Очень часто в подтаежных и таежных районах, зонах нашего большого региона сибирского отмечаются одиночные особи или группы птиц, у которых немножко сместился курс навигации во время миграции с мест зимовок и на места гнездования. Я думаю, что все-таки птице необходимо помочь, мониторить ее перемещение, либо попробовать отловить, потому что в подобных экстремальных погодных условиях все-таки ей не выжить. Орнитологи уже решают, как помочь южной птице.